Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Я вас всех приветствую, в этом ролике я вам покажу свой новый газон, так сказать, свою новую рабочую машину, на которую я потратил 100 миллионов рублей. Путь до газона, пацаны, закончен, я его наконец-то себе купил, и сегодня я покажу, что это за газон, какие номера туда поставил, и сегодня мы его немножко прокачаем. Поэтому видосик обещает быть интересным, будут такие некие будни дальнобойщика. Ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Если будет хороший активчик, то возможно в будущем запишу еще какие-то будни дальнобойщика. Ну а для тех, кто не знает, я играю на проекте Amazing RP на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но если вы хотите немножко позаработать денег в начале игры, то конечно же не забывайте вводить мой промокод Полканов, его можно вводить на любом сервачке до 5 уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, конечно же подписывайтесь на канал, видосик будет реально прикольный, интересный. Да, ламповый, ничего здесь такого прям супер крутого не будет, но все равно, пацаны, я вам должен показать свою новую машину, мы немножко ее прокачаем, покатаем дально и немножко поразговариваем. Я думаю, такой видосик вам должен понравиться. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, за моей спиной находится тот самый газон, который я себе приобрел несколько дней назад. Да, я его купил, как бы я его особо нигде не показывал, мало кто об этом знает, что я себе его приобрел. Я все-таки накопил на газон третий чип нитро. Но самое интересное то, что у меня было 60 миллионов, и как бы я одолжил 25 и купил себе вот этот замечательный газон. Изначально вообще я хотел собрать себе газон второй чип нитро, потому что я на рынке купил второй чип за 22 миллиона. И у меня как бы было 30 миллионов, чтобы купить себе газон с нитро. Но я перед тем, как идти спать, я, короче, выставил второй чип по фану на продажу за 25 миллионов. По итогу у меня его купили, и на руках у меня было уже 60 миллионов рублей. Я подумал, то, что ну нету смысла как бы уже покупать газон с первым чипом нитро, потому что второго чипа у меня нету, у меня его купили. И я смотрю, у меня 60 лямов, думаю, надо брать, короче, газон, третий чип нитро. Номера, ребятки, если что, я купил заранее. Как бы я еще купил до газона, понимаете? Я еще катал на Магнуме. Я заранее купил номера вот эти, Хан четверки, потому что эти номера у меня были очень давно. Они стояли на моей первой машине, когда я сюда пришел на второй сервак. Я думаю, многие помнят, у меня был Porsche, получается, фиолетовый, с аудиосистемой на Радуге. И у меня стояли именно на нем вот эти номера. Потом они стояли на X5. X5 я продал. И вот обратно я выкупил эти номера и поставил уже на газон. И они будут теперь стоять на газоне, я их больше продавать не буду. Я любитель четверок, и поэтому я решил то, что на газоне должны стоять обратно четверки. Мэр четверки я не куплю, потому что их не продают. Поэтому я решил приобрести другие номера. Тем более я ночью сидел, листал, увидел эти номера в продаже и купил их за 15 миллионов рублей. Да, возможно, эти номера столько не стоят, но для меня они много чего значат. Тем более мне их подарил подписчик когда-то, поэтому я купил именно эти номера. По итогу, получается, мне этот автомобиль обошелся в 100 миллионов рублей. За 85 я купил сам автомобиль, и за 15 миллионов я купил номера. Все, что нужно, установлено на этом автомобиле для работы. То есть чип есть, нитро есть, бак есть. То есть больше по факту ничего не нужно. Да, много владельцев, но зато я купил его за довольно-таки хороший прайс. 85 миллионов. Вчера ребята искали за 90, за 95 газоны. Их просто не продают. Газон найти реально сложно. Мне подписчик написал в ВК, нужен ли тебе газон. Я говорю, нужен как бы. И в итоге я у него его купил. Я, короче, предлагаю немножко заняться газончиком. Я хочу поставить тонировку, потому что ее здесь нету. И хочу саму кабину перекрасить в красный цвет. И в будущем, ребятки, я хочу сюда поставить статичный неон красного цвета. Потому что на предыдущем газоне я почему-то этого не смог сделать. Хотя деньги у меня на тот момент были. И как бы было желание. Но, к сожалению, тогда не было неонов. То есть их вообще не продавали. Я хотел градик поставить. Но, пацаны, я посмотрел, подумал то, что градик мне не нравится. Я буду ставить статичный неон, потому что на статичном неоне газонов нету вообще. Заезжаем, ребятки, в самое просто лучшее СТО. Если что, это СТО возле Анашана, это СТО Максончика. Самые лучшие скидки, всегда есть товары, поэтому можете с радостью к нему заезжать. Тем временем я уже заехал, давайте, я думаю, сразу перекрасим.
Ну хотя прям красный кузов смотрится прям бомбически, пацаны, я считаю. Я этот газон планирую оставлять надолго, поэтому мы ему тонировочку будем ставить на 9 месяцев. Это в любом случае. Я планирую реально этот газон собирать, то есть я не буду сюда аудиосистему ставить, скорее всего. Я хочу сюда поставить гидравлику и неон. То есть этого мне хватит, потому что у меня такая проблема есть. У меня аудиосистема не работает уже месяц. То есть у меня вообще она никак не работает. Я не слышу аудиосистему игроков, то есть у меня она полностью не работает. Я как бы музыку не слышу. И я не вижу смысла сюда ставить как бы аудиосистему. Я думаю, на новогоднем ивенте будет гидравлика, и я, скорее всего, оттуда заберу гидравлику и поставлю себе на газон. Ну и статичный неон, я думаю, смогу найти у кого-то, потому что они часто появляются в продаже. Ну что ж, ребятки, вот я приехал уже в нелегальную тонировочку, сейчас полностью закатаю наш газон. Да, я понимаю то, что по факту на газон ставить тонировку бессмысленно, но, ребята, я без тонировки не могу, потому что без тонировки он вообще вида не имеет. Ну просто, блять, ракета реально, пацаны, мне прям он очень нравится. Очень красиво смотрится. Ну что, теперь можно на нем поработать, как бы. Мы уже все, что хотели, сделали. Теперь надо бабочки как бы отбивать, зарабатывать. Бля, я прям очень рад, пацаны, то, что я наконец-то себе приобрел газон. Да, я там себе покупал и номера разные, и X7 себе покупал. Но я все это продал и смог себе приобрести уже газон. Да, немножко не хватило, пришлось немножко брать долг. Но сам факт, то, что я уже на нем еду, это уже мой газон, который я делаю под себя. Да, мне понравилось катать на магнуме, то есть у меня был магнум третий чип нитро, не он статичный, у меня был магнум второй чип нитро гидравлика, оба магнума мне реально понравились, то есть это хорошие машины, я там и для рыбалки их использовал, то есть мне реально понравилось. Но в любом случае, ребята, для заработка лучше газона нету ничего. Кто не в курсе, у меня был газон, получается, третий чип аудио, нитро, гидравлика, номера МР 4, и я его, получается, продал. Продал ради того, чтобы купить себе бизнес. По факту мне больше ничего не нужно, как бы, да, хочется его довести до ума, хочется поставить там гидравлику, хочется поставить неон, но это будет со временем. Главное то, что я уже его приобрел. Он уже у меня как бы есть, и мне есть на чем работать, понимаете? Мне теперь не нужно у кого-то брать газон, не нужно там покупать себе магнум, либо еще что-то. У меня теперь есть самая лучшая машина для работы, которая может только быть. По поводу скилла, ребятки, у меня все здесь красиво, как бы, 113 скилл. Уже, в принципе, скоро будет 114, осталось реально немножко сделать. Бля, ну я, ребятки, просто не могу. Ну посмотрите на эту мордашечку просто, блядь. Какой он пиздатый реально с тонировкой. Просто вспомните до тонировки и после тонировки. Реально, две разные машины просто. У него такая черная решеточка выделяется. Тонировочка, черные зеркала, черный бампер. Фары реально классно смотрятся. Тачка реально очень заряженная. Мне прям очень все нравится. Для работы прям булочка просто. Может, ты проедешь? Бензин закончился. Прикольно, братан. Я не знаю, у меня, по-моему, канистры нету. Жди здесь, я сейчас привезу тебе канистру. Блять, тут надо дальнобойщика, пацаны, выручать, понимаете? Надо задний ход, короче, сдавать, потому что там, скорее всего, я не проеду. Сейчас аккуратненько жопой сдадим. Попробуем так снизу развернуться. И поедем, купим ему канистру, потому что у пацанчика закончилось топливо. И как бы он перекрыл движение немножко. Да и в целом дальнобойщики должны помогать друг другу. У меня как бы канистры нету, но мы сейчас это исправим. Так, вот я приехал на заправочку. Сейчас тогда на руки купим канистры. И я думаю, можно будет еще положить багажник на всякий случай. Все-таки канистра такая темка, которая необходимая. Поэтому сейчас быстренько закидаю. Это домкраты валяются. Но это я купил уже такую машину. С домкратами там и так далее. Но так, пацаны, канистры, конечно, да, надо покупать. Особенно если ты дальнобойщик. То тебе это может очень сильно пригодиться. Так, 5 штук влезло. Нихуя себе. Да это газон вместительный по канистрам. Вообще красавчик. Не, ну юшку прям сделали охуенную. Я, наверное, еще после обновы дальний не катал. Вам ничего не показывал. Но вот это то, что разворотик сделали. Это прям охуенно, потому что раньше нужно было все объезжать просто. Полностью этот объезжать, и это реально бесило. Многие там по встречке выезжали. Сейчас быстренько пацана заправим, я не знаю, ждет он нас или нет. Блять, его механик заправил, ебать. Пиздец, я, получается, зря ездил. Спасибо большое. Так, я пока газон заглушу, все-таки бензин не казенный, понимаете? Ебать, он сейчас в натуре пизделка будет жесткая какая-то. Ну просто фура перекрыла дорогу, нахуй. Боже, обзываться специально не уеду. Сука, я сейчас ган достану, туда выебываюсь там тушенка. Будешь так разговаривать, специально не буду уезжать. Я тебе сейчас ебало стволом закрою, нахуй, чё кушило ебаный. Это ты кому? Ему нахуй, надо на... Слышь, блять, усатый, ебало.
Меня заебали, блять, меня бесит, начали бомбить с самого утра, нахуй. Что меня тоже. В следующий раз эти какани, механики, вы, блядь, еще раньше. Будешь меня бить, я не уеду. Уебывай, нахуй, отсюда, ебаться. Жорки, блядь, ебаный рот, нахуй. Быстрее, уебок, нахуй. Ты понимаешь, тебя ни один человек просит, что ты уехал. Сейчас, сука, я напишу тогда, нахуй. Помеха, нахуй, пидор, тебя сейчас ебанут, долбоеб. Ебать, это разборки, пизда. Я уже, короче, тоже в репорт написал. Пизда, тут просто такая очередь, блядь, ебанутая. Дайте проехать. У меня рейс еще 6 минут осталось. Так, проехал я, короче, за премии. Сейчас мне бабосики выдадут просто. Кэш. Капуста, блядь, сейчас залетит просто в мой карман. Да, не особо много, конечно, но лучше, чем просто катать на себя. Поэтому, если у вас есть компания с премиями, то лучше идите, как бы, туда работать. Вы сможете реально немножко заработать. Все, полетели, ебать. Газончик заряжен. Сейчас мы его заправим еще. И будет вообще чики-бомбони. Тем временем, ребятки, я уже сделал несколько рейсов, потихонечку убиваю деньги, потому что на тренировку мы потратили, по-моему, 3,6 миллиона. Что-то типа того, короче. До хера я потратил, бабки как бы не маленькие, поэтому потихонечку сейчас будем эти деньги отбивать, потому что мне нужно отдавать долг. Опа, сейчас 3 энергетика валяются у меня в магазине, пацаны. Финку мне портят, понимаете, ребятки, ну. Энергетики валяются, просто мне финочку портят. Так, давайте тогда зайдем, просто оплатим штрафы, потому что у меня их довольно-таки много уже, 19 штук. Еще, кстати, ивент не закончился. Я думал, то, что он должен сегодня закончиться, но, к сожалению, как бы, либо к счастью, его проблили еще на 2 дня. Я как бы об этом не знал, я думал, что все, сегодня последний день, но вроде бы как нет. Завтра еще слет будет, по-моему, X2 день, X2 донат, короче, все красиво, прямо на мазинке, пацаны, все красиво, заходите, играйте, наслаждайтесь, зарабатывайте капусту, проходите ивент, пока его еще не убрали. Опа, лавешечка мутится, пацаны, дай боже, просто на газоне. Рейсики еще прям бомба. Просто бомбовый. По 47, по 50 тысяч, по 55 тысяч бывает. То есть рейсы реально очень хорошие. Тем временем, кстати, у нас тыковки появились. Ух, нихера себе, сколько их много на ивенте. Но на ивенте их уже собирают. Я, к сожалению, успею. Хотя вот эта тыковка как бы у меня здесь есть. Поэтому можно как бы ее собрать. Почему бы нет? Пусть это как бы никому здесь не мешает. Я ее спокойненько так заберу. Ляп и все. Красота просто. Рядом, по-моему, нигде больше нету, хотя вон прямо есть еще тыквы. Сейчас попробуем газу дать, пацаны. Не знаю, успею я или нет, но, блядь, газон не едет, нихера. Давай, выезжай, выезжай, выезжай. Так, там вроде, кстати, никто не собирает, поэтому, возможно, я еще успею. А нет, там люди уже есть, короче, да? Но у меня есть шанс тоже собрать. Стоять, блядь, сука, вот демоны, блядь, собирают быстро. Реально просто демоны, просто быстро все собирают. Я не успел, короче, собрать. Мне на самом деле ивент прям очень понравился. То есть, ну, в плане фарма, возможно, он не такой имбовый. Но в плане реализации прям очень классно все сделано. То есть, сами квесты были очень сложные, интересные. И сами вот эти игры там в маньяка тоже очень классно реализовано было. Мне прям очень сильно понравилось. В плане реализации, в плане интереса очень классно. Не на всех же ивентах вам зарабатывать миллиарды, понимаете? То есть, все-таки надо тоже понимать, что экономику это портит. На ивенте вы и так, в принципе, могли за час там заработать 600-700 тысяч, поэтому, ну, в плане фарма для новичков это хорошо. Нет, реально для меня, пацаны, это просто все. Я не знаю. Хоть у меня будет там, знаете, миллиард денег, я не знаю. Будет у меня там 5 миллиардов, знаете, 10 миллиардов. Я все равно буду заходить к этой дальней, потому что, ну, мне это нравится. Как бы я и деньги зарабатываю, и просто немножко коротаю свое время, как бы. Мне реально по кайфу покататься, послушать музыку, с пацанами там пообщаться. Вот на газоне реально с кайфом то, что тебе приходит практически полная сумма. Если ты катаешь на себя, тебе приходит полная сумма. Если ты катаешь в компании, то у тебя снимается комиссия, которая стоит в компании. У нас комиссия стоит 1%, поэтому особо это мне никак не мешает. Тем более, я за это получаю премию. А вот на Маузуме меня очень сильно напрягало, когда я возил рейс там сотого скилла, 110-го. Была очень большая комиссия в размере там 5-6 тысяч. И меня это очень сильно бесило. На газоне такого нету. Это не может просто не радовать. Да, ребятки, у меня есть в будущем мысля купить себе обратно Магнум. То есть я оставлю себе газон и хочу еще дополнительно себе взять Магнум. Буду его использовать там, возможно, для рыбалки, потому что есть планы в будущем вкачать скилл рыбака, там сетями заниматься и так далее. Поэтому на газоне я этого сделать не смогу. Либо себе придется покупать Магнум, либо покупать лодку. Поэтому, возможно, скорее всего, в будущем я все-таки себе возьму Магнум, там третий чип, нитро, гидравлика, возможно, неон. С аудиосистемой брать не буду,
Просто возьму обычный магнум, чтобы вдруг потом можно было либо дально покатать, либо порыбачить там и так далее. Просто мне реально магнум запал в душу. Мне прям он очень сильно нравится. Я не знаю. У меня был один магнум, второй магнум. Я вот теперь газон купил. Но магнум реально тоже прикольная тема, потому что он универсальный. На нем можно как бы и дально катать, и рыбачить. И меня это в нем очень сильно радовало, потому что когда вышло обновление с сетями, я рыбачил именно на магнуме. Он меня очень сильно выручал, и я заработал реально нормально бабосиков. Ну что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. В этом ролике я вам показал свой новый газон, который в будущем я планирую собирать. Теперь мне есть на чем работать. Осталось совсем немножко дать долг. Потом я буду копить себе на неон. Хочу его реально собрать, сделать его красивым. Да, я понимаю, то, что видос был не особо такой интересный, возможно, информативный. Просто был ламповый видос про дальнобойщики. И я был обязан вам показать свой новый газон, чтобы потом не было вопросов, откуда его взял, за сколько купил и так далее. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же не забывайте вводить мой промокод, за него получите 300 000 рублей. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.